Рассказ будет немножко про многопоточность, немножко про библиотеки для написания ГУИ, потому что это может пригодиться для выполнения домашнего задания, и еще немного про то, так как мы сейчас уже будем переходить к использованию не только интерпретатора самого, но и сторонних библиотек, в том числе ГУИ, очень многие это не встроенные в интерпретатор естественной библиотеки. Я расскажу еще о том, как устанавливать правильно в Питоне сторонние библиотеки, как их использовать и вообще как правильно писать достаточно большие приложения на языке Python. Но вначале про многопоточность. Все ли знают хотя бы отдаленно, что такое многопоточность? Отдаленно. Ну, поэтому у меня есть всего несколько слайдов, напоминающие про то, что такое процессы и что такое потоки, чем они различаются. Если, ну вот здесь все плюс-минус упрощено. Я буду называть процессом, когда сейчас мы будем говорить про многопоточность, программу просто, когда мы запускаем программу в интерпретаторе, это вот запускается процесс. Потом, да, в этом процессе есть один поток, который называется главный поток, и он последовательно выполняет инструкции. И что еще, да, и последовательно он выполняет инструкции. Вопрос, какую информацию хранит в себе процесс? Это вопрос к вам. Ага. Стек вызовов. Глобальную память. И что еще? А, и кучу. Ну да, в общем, примерно да, все вот это у меня чуть-чуть другими словами написано. Он хранит информацию про занимаемую оперативную память, о списке открытых файлов, счетчик, который ссылается на инструкцию, которую он выполняет, и стек вызовов. Логично. И из общепознавательных вещей еще всего один слайд. Нет, два слайда. Один слайд про то, что бывают дочерние процессы, это когда один процесс создает другой процесс. Они независимы, изолированы друг от друга и вообще никак не связаны. Процесс может быть демоническим, и это, ну, там, для нас, в общем, не очень важно, просто значит, что он автоматически завершится с процессом, который его породил, и что еще, не может создать сам дочерних процессов. И из важной информации потоки тоже бывают, создаются несколько потоков в одном процессе, они выполняют собственные инструкции. Вот такая история. Они имеют свой стек вызовов и, соответственно, имеют доступ к системным данным и прочей информации, которую содержит процесс. Вот, а теперь про многопоточность в Питоне. Кто-нибудь писал хотя бы чуть-чуть многопоточное приложение на каком-нибудь языке? Все писали. Отлично. Это сильно ускорит процесс осознавания того, что я сейчас скажу. В языке Python есть модуль, который называется Threading, и, соответственно, там хранится все, что связано с многопоточностью. А все, что связано с многопоточностью, это там есть локи, всевозможные семафоры, механизмы событий и куча еще полезных вещей, скажем так. У меня есть небольшой пример о том, как пишутся многопоточные приложения на языке Python. И вот я думаю, что проще посмотреть, а потом осознать будет сейчас только. Вот так видно, да? Этот пример про механизм событий. Потому что, я думаю, про то, что можно, если несколько потоков хочет достучаться к одной переменной, ее можно залочить, все более-менее знают, и про этот пример не очень интересно показывать. А про механизм событий его не все, я думаю, употребляют, поэтому пример про него.
Здесь что происходит? Сначала мы, как обычно, когда мы хотим что-то использовать, мы импортируем это что-то извне. И у нас появляется в нашей локальной области видимости имя трейдинг, через которое мы будем стучать вообще и получать все, что мы хотим дальше. А все, что мы хотим, это будут потоки и, собственно, события. А вначале я определяю функцию, которая будет главной выполняющейся функцией. Она не делает особо ничего гениального, она печатает переданное ей значение. В этой программе будут печататься нули и единички. Программа делает не что иное, как последовательно печатает нолик-единичка, но делает это из разных потоков. Это не самый полезный, наверное, пример, но это такой достаточно показательный. Мы запускаем цикл, да, и это происходит 10 раз. 10 ноликов, 10 единичек, и так вот они последовательно делают. Но если бы я это делала в функции, которая не будет работать в нескольких потоках, я бы завела один параметр, который я передаю этому райтеру, и, собственно, в цикле напечатала. Но этого здесь не происходит. Здесь передаются еще две переменные. Ивент – событие, которое мы будем ждать, и событие, которое мы будем… На русский не могу я, так сказать, сетать, устанавливать, видимо. Ну и, соответственно, в питоне все достаточно делается очевидным способом, про это я уже говорила не раз, и делается все понятными словами. Мы берем event, ждем, его чистим для следующего цикла, когда мы сюда зайдем, и выполняем действие и устанавливаем его. Соответственно, в главном потоке мы создаем два ивента, вот здесь, и два треда. Чтобы создать треды, у нас есть стандартный более-менее конструктор. Стандартный конструктор выглядит так. У него вообще очень много различных параметров. Туда можно передавать, а можно не передавать полезную информацию. Но и самое простое использование – это когда мы передаем туда какой-то таргет, цель, и которая является функцией, которая будет выполняться в этом потоке, и аргументы для этой функции. Собственно, это, наверное, минимальный пример. Я не знаю, можно ли сделать меньше. Стартуют потоки точно так же, как и во всех других языках, которые более-менее стандартные, словом «start». И в этот момент запускается функция «run» у потока. И что? Ну да, дальше мы джойним потоки. В общем, ничего волшебного здесь не происходит. Из того, что я не вынесла на слайд, а хотя, наверное, стоило бы. Но можно посмотреть здесь. Наверное, вот здесь. Да, вот так выглядит класс thread, который мы создавали. И вот конструктор мы использовали. Собственно, target и аргументы. Переменная... Как-то не переменная, а параметр group вообще очень редко используется, и он создан для наследников треда. Остальные переменные можно использовать, можно не использовать, в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Кроме всего прочего, можно не только создавать стандартные потоки, а, естественно, можно еще и наследоваться от этого потока, чтобы делать свои многопоточные приложения. И все, что вам нужно сделать, это перегрузить функцию run. И главное, не перегружать все другие функции. Собственно, да, вот такая функция run здесь. Она делает что? Она вызывает, если
есть таргет у потока, она его вызывает с аргументами, которые были переданы. Вот, это рассказ про потоки, и пока что он выглядел достаточно оптимистично. Ага. Еще раз. Метод clear это вот наш, да? А он, давай мы посмотрим. Вот сюда. Он выставляет флажок, да, это я могу показать побольше. Да, он, ну да, сбрасывает, можно сказать, флажок, который был выставлен предыдущим действием. Для того, чтобы, как это сказать-то? Ну, как работает механизм событий вообще? А, понятно. Окей. Механизм событий работает вот каким образом. Что... Да, почему-то мне подумалось, что будет хорошо рассказать, но получилось, видимо, не очень. Да, он автоматически не сбрасывается, и мы делаем это вручную. Механизм событий работает вот каким образом, примерно таким, как представлен здесь. У нас есть, допустим, несколько событий, которые мы создали. Дальше, что они нам позволяют сделать, этот механизм? Он позволяет нам дождаться некоторого события, потом выполнить действие, которое мы хотели бы выполнить, и поставить флажок, что мы, собственно, выполнили это действие. И работает это все вот каким образом. Давайте, наверное, посмотрим. Вот когда мы создали поток, вот в этот момент, мы передали сюда функцию, которую будем выполнять, и два события, которые мы будем переключать. Состояние, что событие случилось, не случилось. И, соответственно, в другом потоке мы передали их в обратном порядке. Добрый день. Как бы показать понагляднее. И можно подумать, что происходит в тот момент, когда мы первый раз сказали, что вот выполнили такое действие, как первый раз как-то set, ну, инициализировали событие первое. В тот момент, когда мы первый раз выполнили такое действие, в том потоке, где мы ждали этого действия, мы его дождались и очистили флажок, что оно случилось. Дальше напечатали X и сказали, что будем его снова ждать. Ну и, соответственно, все вот это происходит в разных потоках, мы ждем разных событий. И здесь случилось событие, мы выполнили действие, потом сказали, будем ждать следующего события. Раз случилось следующее действие, пошли в другой поток, выполнили там. Понятно более-менее? Это, ну, такой механизм переключения между нашими потоками, достаточно стандартный. От лока он отличается более-менее принципиально. Когда у нас есть лок, у нас там есть поток, который у нас работает, 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 потом он подумал, хочу захватить лок, и чтобы мы вот в этом участке нашего кода не, здесь не выполнялись одновременно ни с каким другим потоком. Да, а здесь, ну, и здесь, там не происходит, мы не говорим, а теперь мы пойдем в другой поток и выполним там чего-то такое, что-то, какое-то другое действие. То есть там вот нету этой передачи. Лок просто нужен для того, чтобы мы не могли
одновременно из нескольких потоков изменять одни и те же данные. Что плохо, потому что? Потому что они могут быть неодинарными. Ну да. А плохо это потому что, ну, в том числе, можно сказать, да, так, что они могут быть неатомарные, соответственно, они могут либо покараптиться, либо, ну, либо программа может просто упасть от этого, от того, что мы хоть из нескольких потоков пытаемся достучаться до одних и тех же данных. Да, опять не случилось. Почему-то вот это переключение не очень у меня хорошо работает. Да, это был вот такой пример, крэш-пример. А вопрос вот какой сейчас у меня будет к вам. Зачем вообще нужны потоки? Казалось бы, записывать числа в output последовательно одно на другое я могу и из одного потока, и, ну, вообще ничем это неплохо. Еще раз? Для того, чтобы организовывать общие данные, для того, чтобы переключать контекст между процессами, между потоками. А если, почему бы не делать вообще однопоточную программу? Вот все программы, которые мы писали до сегодняшнего дня, были однопоточные, приоднопоточные, и ничего плохого не было в этом. Да, графический интерфейс – это очень хороший пример необходимой многопоточности, когда нам нужно действительно несколько действий выполнять одновременно. А для чего бы еще могли быть нужны? Для тяжелых расчетов. В общем, да, это как раз два примера. Либо увеличение эффективности использования, то есть у нас там, так как в последнее время появляется все более безумные компьютеры, у них очень много ядер, и очень хочется их эффективно использовать. И чем больше, тем лучше. Ну и, соответственно, таким образом производительность программы улучшать и вообще ускоряться до бесконечности. Либо, вот то, что было сказано в начале, разделить логику работы программы на параллельные какие-то вычисления или частично параллельные. Ну, или асинхронные даже. Так вот, я говорила уже, что Python всем хороший язык, но не скоростью. И пытаться увеличить эффективность многоядерной архитектуры даже можно не пытаться. А вот по какой причине. Существуют языки, и Python к ним относится, у которых вопрос многопоточности решен самым простым из доступных способов. То есть какая есть проблема, когда у нас многопоточное приложение? Проблема доступа к одним и тем же данным, модификации их из разных потоков и таким образом, что все может сломаться в один не очень прекрасный момент. И в динамических языках эта тема более сложно отлавливаемой и сложно обходимой такой bottleneck, потому что, ну, в динамическом языке не всегда очевидно, когда вы записываете, когда вы меняете переменную. Ну и вообще не всегда очевидно статически, что вы делаете. Поэтому в Питоне решен этот вопрос таким способом. Заведен Global Interpreter Lock, который означает вот какую, вот какой, вот что он означает. Что в каждый момент времени только один поток может исполняться процессором. Соответственно, все, что мы... Все, что мы можем многопоточить, у нас с точки зрения процессора будет исполняться, ну вот, по одному потоку всегда. Поэтому пытаться увеличить производительность абсолютно лучше нет.
То есть если у вас возникла мысль, что «О, почему бы не увеличить производительность, заведя много потоков», в питоне вообще так лучше не думать, потому что это может не только не увеличить производительность, но и замедлить программу вообще в разы. Да, что еще? Но бонусы этого вот какие? Естественно, нету борьбы за отдельные переменные. И да, ну и исполняемый поток, он получает доступ ко всем, ко всему окружению, не нужно ничего выдумывать. Да, но я вот сказала, что проблема есть такая, когда вы вдруг захотели, ну, не знали, что не стоит пытаться увеличить производительность с помощью многих потоков в питоне и попытались, пример будет вот какой. Пример второй. Так. Упс. Здесь я не делаю ничего загадочного, я открываю файл, и что я делаю, это я пишу в файл. Вот вообще очень много пишу в этот файл. И, ну да, и пишу туда просто числа. Такая программа, она абсолютно однопоточная и выполняется там 0,3 секунды. Если я захотела бы эту программу как-то улучшить с помощью многопоточности, я снова завела несколько потоков и подумала, а я, сколько у меня там было, 1 000 000 я писала, а теперь я буду писать по 500 тысяч в файл. Казалось бы, ну, должно, если не улучшится время работы, то уж ухудшится не очень понятно с чего. Даже если мы теперь знаем, что у нас есть там Global Interpreter Lock, то вроде как мы записали 500 тысяч чисел и еще 500 тысяч чисел. И вроде, ну, время, может быть, такое же осталось. Вот это неправда. Неправда, она вот в чем состоит. Если мы напишем такую программу, то, возможно, наше время работы вот у меня замедлилось всего в 2 раза, а оно может замедлиться и, в принципе, в 10 раз. И почему бы это могло происходить? А? Переключение между потоками. Ну, да, в некотором смысле, наверное, можно так сказать. Как происходит переключение, как бы происходило переключение между потоками? Вот в какой момент? Ага, ожидание выставления флага, считывание постоянное. Вот когда в питоне поток больше не нуждается в ресурсах процессора, он освобождает вот этот global lock. И в этот момент этот лок может попытаться получить другой поток. В питоне нету пула потоков, которые выполняются, и определено, в каком порядке они должны там друг за другом взять этот лок. И вообще нету никакого механизма, который бы как-то управлял вот этим действием. Кто в какой момент возьмет поток? И вот что может произойти. Наш поток мог отдать этот глобальный лок, потом посмотреть вокруг, о, никто не берет, и взять снова сам. И вот это вот может происходить, то есть, возможно, такая ситуация, что все время мы не отдаем второму потоку отработать. Мы все время его захватываем, лок, о, ладно, нам снова не нужен, отдали. Этот прозевал, и снова мы забрали. То есть второй поток может немного быть таким не очень разумным, который все время недополучает этот поток. В питоне, к сожалению, вот такая история. Ага. Ну, это правда, да. Если мы все время что-то считаем, мы не отдадим. Но правда вот в чем.
Когда может иметь смысл использовать многопоточность, вот если мы не говорим сейчас на разделение, а вот в питоне, вот зная сейчас минусы? Например, ну вот когда нам не нужен процессор? Ну, нам же бывает не очень нужен процессор. Ну да, либо мы, ну вообще операции ввода-вывода, это нам, в принципе, процессор не очень нужен. Ну, как бы вообще не нужен. И вот тогда на таких процессах, когда мы только-только дошли до какого-нибудь такого момента, он тут же, ну ладно, все, отдам, пожалуй, лог. И кто-то следующий берет. Это простое решение. То есть, насколько я знаю, в Ruby используется такой же подход. То есть у них, в общем-то, та же самая проблема есть. И, ну, и, соответственно, все вытекающее. Ага. Кажется, нет. А можно как-то предсказать такой момент по времени для Тодана? У нас есть программа, например, понять, когда это будет? А, ну, например, ну, когда ты видишь по коду, что у тебя операция, ну, которая, ну, не знаю, ввода-вывода, то в этот момент, скорее всего, будет отдано управление, ну, там, будет не отдано управление, а будет отдан этот лог куда-то, и кто успел, тот его и взял. А вот даже какая-то первая, что была? Ага. А в этой программе не происходит, в общем-то, ничего, ну, ни вычислений никаких не происходит. Здесь вообще происходит только запись файла. И здесь этот лог отдается, ну вот, мы дошли, записываем файл, отдали. Дальше пошли. Так. Я научусь переключаться когда-нибудь. Да, вот... И ситуация получается, да, не очень хорошая с точки зрения того, что, ну, время программы может сильно увеличиться. Это несколько ситуация с этим локом улучшилась в питоне версии 3.2 и, соответственно, 3.3 и там будет 3.4 и, возможно, вообще настанет счастье. Улучшилось вот каким образом, достаточно очевидным, что поток в тот момент, когда он отдал этот глобальный лог, он немножечко еще ждет перед тем, как самому снова попытаться его захватить. А немножечко это как? Я, если честно, не помню, сколько он ждет. Я, кстати, в чем проблема может быть, что, ну, например, два процесса, и они его бросают, один бросает. У нас всегда есть главный поток программы. То есть как программа вообще работает? У нее есть главный поток, а потом он там создает подпотоки. Вот смотри. Вот в этой программе у нас есть главный поток, который будет выполнять вот инструкции подряд. Он присвоит в автора имя, потом импортирует что-то, и который создает другие потоки. У нас стрики, он ждет, пока эти два потока завершатся, и он ничего не делает. Соответственно, вот эти два потока, они могут оба, если будет большой провал времени, то есть первый отпустит. Нет, там не очень большой, конечно, провал времени, ну, там сколько-то тиков. Я вот не могу сказать, сколько. Но это не самая большая проблема этого глобального лока. Да, это про то, что я сказала. Ну и, соответственно, если вы понимаете, когда стоит написать многопоточное, ну, когда вообще стоит использовать многопоточность в питоне, и понимаете, что это не для того, чтобы использовать все ядра системы, а для того, чтобы разделить как-то логику, и что это вам будет полезно, много потоков можно использовать. Кроме многопоточности, есть механизм, естественно, использования нескольких процессов. И это, ну, это часто распространенный механизм.
В питоне их, в принципе, два. Есть модуль subprocess, называется, и он умеет вызывать то, что вы ему передаете, то есть некоторую программу. И он умеет либо просто вызывать, либо создавать класс-обертку и потом вызывать. Что нужно для того, чтобы воспользоваться таким модулем subprocess? Вам нужно написать, соответственно, свою программку отдельно в файл, а потом вызвать ее с помощью модуля subprocess, который, ну, там, создаст новое окружение и будет выполнять отдельным процессом. В чем плюс подхода потоки, которые запускаются в отдельной программе, естественно, не будут забирать этот лог, но минусом является то, что передавать данные, в отличие от передачи данных в одном между потоками, передавать данные между процессами достаточно загадочная материя. Ну, это не очень просто сделать красиво, а сделать некрасиво – это, соответственно, ухудшить читаемость кода, и все плюсы, которые были у модуля subprocess, быстренько сойдут на нет. Сейчас я посмотрю. Да, вот пример. Почему-то я думала, что он про другой модуль. А пример будет как раз к тому, что я только что говорила. У нас есть, соответственно, процесс, который мы называем parent, и процесс, который я называю child. Что здесь происходит? Вначале там, я определяю некоторые переменные, которые первое – это путь к процессу, который мы будем запускать, некоторое слово и файлы. Программа будет искать заданное слово, которое называется слово, в файлах, которые перечислены в виде списка. Дальше в процессе parent мы создаем два подпроцесса, и выполняем вот такую команду. Команда – это executable, это, собственно, путь к интерпретатору и путь к нашему файлу, который мы будем исполнять. То есть, проще говоря, мы в строчке 15, да, это строчка, наверное, мы создали два, ну, не два, там, в строчке 15 каждый раз создадим еще по одному подпроцессу, который будет выполнять файл, который называется child. Соответственно, файл child делает не очень загадочные вещи. Он берет из инпута слово, которое ему нужно найти, и название файла, в котором он будет искать, ну и просто читает файл, ищет то, что мы хотим найти. Вот такой механизм очень-очень-очень простой. Но не всегда, ну как, не всегда полезный, что ли. Есть еще один механизм для создания подпроцессов. Нет, не случилось. Есть, да, еще один механизм для создания подпроцессов. Он называется мультипроцессинг, по аналогии с мультитрейдинг. И он очень похож по функциональности, в том смысле, что у него очень много пересекающихся, ну, похожих по названию методов там, и всего прочего. То есть вы можете, когда пишете многопроцессное приложение, ну, практически думать в терминах потоков.
Он, правда, использует немного другие механизмы для синхронизации между процессами, но они аналогичны многим в других языках. То есть это очереди и пайпы. В модуле мультипроцессинг есть механизм работы также с общей памятью для передачи, как это называется, для передачи значений между процессами. То есть есть специальный класс value и класс array, который мы можем шарить между процессами и таким образом обмениваться информацией. Да, и также есть механизм создания пулов процессов. То есть это такая высокоуровневая штука, которой удобно пользоваться. Но есть, как и во многих вещах, и свои минусы. Это некоторая платформозависимость. Платформа зависимости этого модуля, она не очень сильная. Там бывает необходимо написать немножко больше кода, чем хотелось бы. Но платформа зависимости понятная, потому что не вся работа с процессами одинаково хороша в разных операционных системах. Например, можно без примера. Есть вещи, которые, например, в процессах Windows нельзя сделать, но можно сделать в процессах Linux. То есть, в том числе fork в Windows нельзя сделать, и поэтому там возникают некоторые особенности использования, в том числе из языка Python. Да. На этом примера не будет, он был раньше. На этом разговор про многопоточность более-менее закончен. Мораль примерно такая, которую я говорила вот все это время. Если не знаете зачем, не используйте потоки в питоне. Если знаете зачем, используйте, но аккуратно. А если хочется использовать потоки, но понятно, что плюсов это не принесет, используйте процессы. Вот примерно так. Да, это хотя бы осмысленно. Это хотя бы не замедлит вашу программу. Это печально звучит. Да, лог захватывается всегда, потому что Python использует, есть вещи, которые он использует не очень явно. Это вот, когда мы, как бы это сказать-то, когда мы начинаем выполнять свою программу, у нас в нашем пространстве имен, еще до того момента, как мы там что-то определили, уже появляются некоторые функции, некоторые переменные, о которых мы, в принципе, можем и не знать. Такие как, все встроенные функции у нас появляются, например. Происходит во время запуска интерпретатора некоторая инициализация, то есть у нас там происходят действия, связанные с механизмом импортов в питоне, происходят действия, связанные с вычислением пути к пакетам, которые потом будут использоваться, и много вот таких переменных, которые, если у вас несколько потоков будет в программе, это все может сломаться. Поэтому решение такое, что глобальный лог захватывается всегда.
Да, сейчас я думала сегодня сделать некоторый обзор для библиотек, чтобы писать UI, но посмотрев на них, пришла к выводу, что они не то чтобы все более-менее одинаковые, но в любом случае все будут пользоваться той библиотекой, которая им ближе и понятнее. То есть если вы всегда использовали Qt, очень-очень вероятно, что вам будет удобно использовать обертку для питона, которая называется PyQt. Поэтому здесь я привела ссылку на ресурсы, на котором написаны библиотеки для написания GUI в питоне. И совсем немного скажу про то, какие они бывают. Там достаточно большое перечисление, мне кажется, штук 15, ну или того больше. Потому что каждый вот человек, который подумал, я же могу написать самую лучшую библиотеку для UI, для питона, видимо, ее написал. Но, тем не менее, с интерпретатором вместе поставляется библиотечка, которая называется, я не знаю, как это сказать, TK-Inter. И она использует TK. И все более-менее стандартные фреймворки для написания GUI имеют свои обертки для питона. Так, например, есть обертка для Qt, обертка для GTK, для VX Widgets и кто еще там популярный? Для Swing есть своя обертка. Уверена, что примерно все, что вам придет в голову, для этого найдется своя вот обертка или коннектор в питоне. Есть, вот еще совсем немножко хочу сказать, есть небольшие библиотеки и такие совсем простые. Например, есть библиотека EasyGUI, и она позиционирует себя как самая простая библиотека для написания самых простых окон. И в действительности, ей пользоваться очень-очень просто. Вы там написали «хочу окно», вам будет окно. Примерно такого же плана библиотека Piglet и чуть более сложная библиотека PyGame. Она, как видно из названия, призвана помочь писать игры на языке Python. Не знаю, больше нечего на самом деле сказать про библиотеки для UI. Дело в том, что очень многие из них, например, PyQt, когда вы пробуете писать на ней, у меня был опыт, я хочу написать какое-то приложение, у которого есть некоторые GUI, и когда вы начинаете писать и использовать библиотеки такие большие, тяжеловесные, например, Qt, он там для C++ придуман был, и он весь такой большой. И очень получается не питон-код, к сожалению. То есть, там получается куча магических переменных, туда надо передавать там размеры, еще что-то. И вообще написание UI – это такая задача, с одной стороны, не очень интересная с точки зрения придумывания, с другой стороны, достаточно трудоемкая с точки зрения того, чтобы сделать это так, чтобы выглядело, как-то хотя бы удобоваримо. И, соответственно, все вот эти библиотеки, они достаточно большие, и стоит, посмотреть и выбрать библиотеку, если вы хотите писать GUI, ту, которая вам кажется наименее уродливой, что ли. Я до сегодняшнего дня
не говорила о том, как писать большие программы. Мы писали программы, состоящие из одного файла, ну, максимум из двух файлов. Когда мы начинаем писать приложение на языке Python, которое состоит не из одного файла, а там из многих файлов хотя бы, то возникает естественное желание использовать что-то уже написанное, устанавливать какие-то библиотеки. То есть если мы хотим написать приложение, у которого есть GUI, мы не будем писать собственный менеджер для работы с окнами, мы будем использовать какую-то библиотеку. Для того, чтобы использовать библиотеку, нужно, ну, во-первых, знать, где ее найти, а во-вторых, как-то установить себе на интерпретатор. Об этом вот последняя часть рассказа. Вот такая. В языке Python есть такой сайт. Не то чтобы он есть в языке Python, а в среде разработчиков на языке Python. Известен такой сайт, который называется PyPI. Это Python Package Index, мне так думается. И любое, хоть сколько-нибудь важное приложение, не приложение, любой, хоть сколько-нибудь важный пакет для языка Python есть зарегистрирован на этом сайте, и вы можете, пойдя на него, найти его в списке пакетов, которые там зарегистрированы и лежат, и найти ссылочку, которая ведет либо на страничку проекта, либо ссылочку, по которой можно скачать этот пакет. И это очень удобно. Кроме того, полезно знать, что пакеты, которые распространяются в языке Python, называются X и имеют расширение .egg. Это архивы, то есть, ну, это более-менее то же самое, что jar-файлы. Некоторый архив, который хранит внутренности пакета, который мы потом будем применять. Но в Python вообще очень много ориентируется на то, чтобы упростить жизнь людям. И в некоторый момент была создана такая утилиза, которая называется Easy Install. Она идет в комплекте с библиотекой Setup Tools. И что она позволяет делать, это автоматически загружать пакеты, устанавливать их и управлять. Она не позволяет удалять пакеты языка Python, к сожалению. Для того, чтобы ей воспользоваться таким способом установки пакетов, вам необходимо установить пакет Setup Tools. Но делается это каким-то способом. Вы либо идете на страничку, где есть этот Setup Tools, либо вот у меня написано в Get'ом, забираете этот файл, этот архив, и выполняете шелловский скрипт, ну, то есть команду shell. В этот момент у вас на интерпретатор ставится модуль Setup Tools, и дальше уже в комплекте с ним идет тот модуль, про который я говорила, который называется Easy Install, и вы уже можете все остальные модули, которые вам потребуются, устанавливать с помощью него. Как его использовать? Используется он вот таким образом. Чаще всего нужны права администратора, потому что это все устанавливается на ваш интерпретатор, который, скорее всего, стоит где-то в системе, и куда нет доступа обычным пользователям. Собственно, имя команды easyinstall и либо имя пакета, который есть в индексе PyPI, либо путь до архива на диске. Но есть, это не единственный способ установки пакетов. И он всем хорош был до некоторого времени, а именно вот до какого
пока люди не подумали, что вообще, кроме того, что устанавливать пакеты, их хочется еще и удалять. А Easy Install не умеет этого делать правильно. Поэтому есть еще такой пакет, который называется pip. И это тоже инструмент для управления пакетами в Python. Соответственно, здесь написано, как его получить, либо его можно установить с помощью Easy Install. И это уже менеджер, который умеет и ставить, и удалять пакеты, и разрешать зависимости между пакетами, и вообще достаточно полезный и приятный такой менеджер, который умеет и по названию искать, и по пути искать и устанавливать пакеты. И очень рекомендую. И кроме того, когда вы хотите использовать многие пакеты, которые не идут со стандартным интерпретатором, не всегда хочется их ставить на свой базовый интерпретатор. Вот по какой причине. Например, банальная причина, вам может хотеться иметь несколько пакетов разных версий, и установить пакеты разных версий на один интерпретатор будет, это не очень сложно, но интерпретатору потом достаточно сложно указать, какой из них использовать. То есть если вы установили на один интерпретатор QT-версии 1 и 2, сказать интерпретатору, какой именно QT использовать, будет загадочно достаточно. Извините. Есть еще причины, по которым может хотеться использовать не тот интерпретатор, который у вас есть. Например, вам хочется для одного проекта использовать одни библиотеки, для другого проекта использовать другие библиотеки. Возможно, вы пишете веб-приложение, которое должно точно знать, какие библиотеки оно использует, и использовать только их. Для этого в Python есть механизм, который называется virtualenv. И это механизм для создания изолированного окружения языка Python. Что он делает, это вот какая вещь. Когда вы запускаете скрипт, который называется virtualenv, создается клон вашего базового интерпретатора. Но клон без всех поставленных на него библиотек и прочей шелухи. И называется тем именем, которое вы сюда передали. Соответственно, это удобный механизм, когда вы хотите использовать там много разных пакетов ставить на, или пишете несколько приложений, или пишете просто большое приложение, которое использует несколько сторонних библиотек. Хороший стиль, скажем так, создавать виртуальное окружение, в которое вы уже потом ставите все пакеты, которые вам нужны, и их используете. Для того, чтобы использовать такое окружение из командной строки, вам нужно активировать его такой несложной командой, выполнив скриптик, который называется activate. Он единственное, в общем-то, что делает, он меняет ваш путь, переменную окружение path на Python path, на переменную, правильно указывающую на как раз вот этот виртуальный интерпретатор. Вот такая история про virtualenv. И, в общем-то, это все.
если, может быть, у вас есть вопросы. Их можно делать много. А вы здесь указываете даже, скажем так, путь, где у вас будет лежать, соответственно, ну, где будет лежать новый интерпретатор. Интерпретатор, он вообще состоит из таких, ну, несложных вещей. Там есть стандартная библиотека плюс запускаемые файлы. Понятно. Да, соответственно, я предполагаю, что мы находимся в этот момент в папке env. То есть мы в папке env есть папочка bin, и там есть скрипт activate. Там же есть скрипт, который называется deactivate, и да, это несложно. Еще вопросы? Про что еще надо сказать? Надо сказать про, наверное, зачет по курсу моему. Зачет вот из чего состоит. Он состоит, соответственно, из тех домашних заданий, которые были. И вот нужно было набрать 10 хотя бы баллов из 17 возможных. И это первая часть зачета. А вторая часть зачета – это написать программу, которую я предлагала в прошлый раз, либо придумать свою и написать свою программу. Соответственно, что для этого нужно сделать? Это написать мне письмо, в которое написать тему и, ну, или там, описание программы, которую вы хотите написать. И в этот момент я вам дам доступ к репозиторию, в котором я бы хотела, чтобы эти проекты хранились, ну, хотя бы просто потому, что мне так удобней. И да, в некоторый момент времени, предположительно, через... Какое сегодня число? Предположительно, почти через месяц будет некоторое код-ревью для проектов, которые вы пишете. А дальше будет представление проектов для всех. И вот это вторая часть зачета. Все.